Начинаем выпуск со срочной новости. Судья в штате Гавайи временно приостановил новый антимигрантский указ президента Трампа. Пересмотренная Белым домом версия запрета на въезд США граждан ряда мусульманских стран должна была вступить в силу в 12 часов и 1 минуту 16 марта, то есть в ночь на четверг. Переписанный Трампом указ через суд пытались оспорить не только на Гавайях, но и в штатах Вашингтон и Мэриленд. Президентский указ, напомню, предписывает не выдавать визы пока на 90 дней жителям 6 стран – Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. И на 120 дней не впускать беженцев. Предыдущая первая версия подобного запрета Трампа также включала в себя Ирак и предписывала не впускать в Америку граждан этих стран даже при наличии у них действующих виз. Это вызвало волну протестов во многих штатах. В результате судья из штата Вашингтон заблокировал действие трамповского указа. Отмечу, что на Гавайях указ президента Трампа судит руководство самого штата, а также местный имам. По мнению истцов, президентский указ незаконен и основывается на дискриминационном принципе, который противоречит Конституции США.